светлые и позитивные. Таковы картины Елены Серебряковой. Экспозиция ее работ под названием «Мир, который мы защищаем» открылся новый сезон в выставочном зале Дворца культуры Подмосковья. Сейчас она член Союза художников России и активный участник творческого объединения красногорских художников «ЛИК». А ведь писать по предложению мужа она начала не так давно. Я когда вышла на пенсию, меня привело, наверное, вот откуда-то сверху, привело именно к холсту, маслу и кисти. И я вот тогда начала создавать какие-то работы. Конечно, они были смешные, может быть, и сейчас они немножко наивные, но я стараюсь совершенствоваться. Биолог по образованию, Елена оказалась творческой личностью. Увлекается историей и пишет не только картины, но и книги. Историко-приключенческие. Их в ее багаже уже 15. Это дано немногим художникам. Некоторые художники, я никого не хочу обидеть, но не могут донести свои мысли. Они все выплескивают на холст. Это не в минус творческому человеку. Но вот ухитриться выразить и на холсте, на бумаге, а еще и книги писать, понимаете, это большой дар. Милые дети и исторические персонажи, красавицы-кокетки и известные актеры смотрят с полотен Елены Серебряковой. На выставке представлено 67 работ автора, а всего за годы творчества их накопилось около 500. Работа над картиной, написанной маслом, может занимать от недели до нескольких лет. А вот рисуя пастелью, она отдыхает. Кстати, открыла для себя эту технику она недавно, на занятиях в творческой студии «Взгляд», действующей на базе ДК Подмосковья. В выполненных пастелью работах чувствуется новый творческий уровень. Она очень талантлива, и у нее большой потенциал. Если начиналось все с творчества, с присутствием наивного искусства, да, то сейчас мы уже видим, что человек просто перепрыгнул какой-то этап. Это дорогого стоит. Увидеть вкусные натюрморты, исторические пейзажи и одухотворенные портреты Елены Серебряковой можно по 29 августа в выставочном зале ДК Подмосковья.